Всем привет, мы находимся на студии, с нами Beats by Smo. Сегодня мы покажем вам деконструкт инструментала Мазиарти. Многие утверждали, что мы что-то там украли у Кодака Блэка. Сегодня мы покажем, что это не так, как мы все это делали, играли, сэмплили и так далее, да? Да. Давай начнем с самого начала. У нас был изначальный BPM 70. BPM. Мы просто играли гитару. Гитару. Покажи плагин. Гитара у нас контакт. Контакта Арк. Арктоп. Угу. Ничего особенного. Ничего особенного, обычная гитара. Поверх Саня доиграл сэмпл. Флейта. Да. Стандартная флейта контакта. Стандартная флейта, включай отдельно флейту. Сыграл абсолютно обычную флейту, ничего вообще тоже сложного нет. Потом мы это все просто потом объединили в одну дорожку, в один вейв, получился сэмпл. BPM у нас по-прежнему 70. Потом мы это просто порезали и перенесли в сэмплер. Порезали по кусочкам. Вот сэмплер. Так, и просто делаем плюс 6. Так. И, конечно же, ускоряем темп. И ускорили до 95. После этого, да, мы просто поменяли какие-то части местами. Так, покажи. Ничего. Ничего сложного. Так. Заменили, да, кусочки? Нет. Угу. Ну вот, собственно, и все. После этого добавили пару обработок, сделали еще пич, еще на полтона, чуть-чуть компрессировали и эффект винила. Покажи эффект. Изотоп. Изотоп винил, чтобы было похоже на старый сэмпл. Угу. Чуть шума. Расстроя. Чуть лиховатости. Ну и все, в принципе. Все, перекинули этот сэмпл. Закинули его во Fruity Loops. Потом мы сэмпл, да, закинули его в Fruity Loops. У нас BPM уже 95. И я сыграл барабаны. Сейчас посмотрим. Стянули и еще подняли. Еще на том. На полтона. Да, покажи барабаны и бас. Что за звуки использовались? Какие звуки, по-моему, нами отобранные звуки. Ага, наши звучки. А, уже все. Что, откуда? Не поймешь уже. Короче, звуков тут вообще фигня. Сколько звуков в итоге получилось? Раз, 7 два. Дорожек. 7 дорожек и сэмпл. Все. А, еще чант какой-то есть, да, голосовой. Ну, все вместе 8 дорожек. Включай. Тут нету. Так, потом мы все перенесли в Logic. Там же записали вокал поверх всего уже, всех дорожек. Сейчас покажем вам Logic с дорожками. Уже Pro Tools показывать не будем, потому что... Там уже, да. Там уже сложняк пошел. Ну вот.
здесь единственное, уже... что мы сделали аранжировку, и в конце сэмпл мы сделали на реверс. Мы просто его перевернули. Не пытайся найти такой же отпечаток, даже не пытайся. Даже не пытайся найти такой же отпечаток, это нереально. Даже не пытайся найти такой же отпечаток, даже не пытайся. Ну, в общем, вот такой деконструкт, ребят. Всем спасибо, Beats by Smo. Всем мира.